Формулу счастья вывели российские социологи. Они провели опросы и выяснили, что 77% наших граждан в целом довольны событиями, которые происходят в их жизни. Как оказалось, для счастья необходимо прежде всего спокойствие в семье. Почти 30% респондентов признались, самое главное для них – благополучие близких. Элементы успешной жизни – также хорошее образование, востребованная профессия и карьера. Ну и куда уж без любви. 2% опрошенных рассказали, что просто порхают над землей из-за удачного романа.